Историю борца и капитана полиции Рафи Исраиляна, погибшего в погоне за нарушителем, знают спортсмены России и Казахстана. Сегодня они собрались, чтобы уже в пятый раз с момента гибели Исраиляна почтить его память участием в турнире по греко-римской борьбе. Конечно, очень тяжелая история, трагичная, но, как сказали, уже человек жив, пока о нем помним, пока собирается столько людей, чтобы почтить память, дать дань уважения родителям, близким. Участие в соревнованиях приняли более 100 борцов в разных весовых категориях, от легковесов до тяжеловесов. Спортсмены признаются, борец должен уметь не только выступать в схватке на ковре, но и преуспевать в базовых видах спорта, ведь именно так закаляется дух. Дух, который закладывается с каждой тренировки, с каждой капелькой пота, который уже потом помогает ему в жизни добиваться успехов не только на поприще, но и в поприще своего вида спорта, вообще спорта, но и по жизни, в профессии, в работе. Дальнейших успехов, создания семьи. Нурсултан Турсынов представлял на чемпионате Казахстан. Турнир стал для него возможностью проверить свою форму перед Олимпийскими играми в Токио. В первой же схватке Нурсултан победил досрочно. В Барнауле он выступает уже не в первый раз и говорит, соревнования всегда проходят на высоком уровне. Алтайский край издавна славится своей школой борьбы, своими борцами. Все борцы очень хорошие. Не скажу, что слабые. Нет здесь слабых. Все очень подготовлены, все хорошие, сильные. Поддержать алтайских спортсменов и почтить память Рафи Исраиляна можно будет и завтра. Схватки второго дня соревнований также пройдут в училище Олимпийского резерва на Тимуровской. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.